Группа Филатов и Кэрос в центре плагиат скандала. На их знаменитый ремикс трека «Don't be so shy» покусились британцы. Группа Years and Years и певец Регард. Вот популярный оригинал, выпущенный еще в 2015 году. А вот, так сказать, «Don't be so shy» с AliExpress. Слова поменяли, а музыку забыли. Да и делиться гонорарами от стриминга по-честному не планируют. Это они вам предложили 1%. Мы песню послушали. Там очевидно совершенно, что она полностью построена на всех наших ходах, придуманных мелодиях. Они сказали, что мы не хотим ничего обсуждать. Вы либо соглашаетесь на условия с 1%, либо мы будем выпускать песню таким образом. Нас просто послали. В итоге трек с украденной мелодией вышел в свет без разрешения авторов Филатова.